В Приморье увеличили количество рейсов Плашкоута-Путятин, связывающего одноименный остров и материк, до 4 раз. Об этом губернатору Олегу Кожемяка доложили в Краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства во время совещания с руководителями региональных органов власти и главами муниципалитетов. На сегодня паромом Плашкоута-Путятин перевозим людей, выполняем 4 рейса. Не 3, как ранее было, а 4 рейса выполняем. В принципе, сегодня у нас рейс выполнен, вывезли людей на материк. Далее у нас штормовое предупреждение будет действовать во вторник, будет действовать в среду, в четверг посмотрим по погоде, будем выполнять далее. Также по 4 рейса в день, как и было поручено. В ведомстве также отметили, что по поручению губернатора на остров уже доставили трактор и скоро привезут грейдер для дорожных работ. Решен вопрос и с предоставлением санитарного транспорта, заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. Также еще одно поручение касалось проведения анализа цен на лекарственные препараты, продаваемые на Путятино. Главный врач МСЧ доложил, что они убрали полностью розничную надбавку, оставили оптовую цену, что позволило существенно снизить цены, и сейчас вопрос решен. На совещании поднимались вопросы касаемо электросетей. Местное население жаловалось на низкое напряжение и их некорректную работу. Как доложили в профильном ведомстве, в этом году планируется провести текущий ремонт, а в следующем – капитальный. Шла речь и об обеспечении островитян дровами и углем. Так участники рынка лесной и лесоперерабатывающей отрасли Приморского края предоставили для жителей Путятина уже около 200 кубометров дров. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.